100 лет минуло с той войны. Войны далекой, непонятной и потому чужой. Сегодня многие помнят о ней одно. Она закончилась для России унижением, позорным миром. Вот они, те люди, солдаты начала прошлого века, японцы и русские. Хотелось бы спросить у них, что перенесли они тогда, как выживали. Нет, не спросишь. Между нами непреодолимая пропасть времени. Остается только смотреть. А они все дальше уходят от нашего берега. Уносят на уставших плечах неповторимый в реалиях трагизм своего времени. К началу 20 века в Европе сложились две мощные политические коалиции. С одной стороны России и Франция, с другой Германия и Австро-Венгрия. Их интересы все более и более разнились. Шел активный раздел мира. Балканы, проливы Средиземного моря, Персия, Китай – точки раздора ведущих мировых держав. Назревала война. Уклониться от участия в этой борьбе Россия, как великая держава, не могла. Мы мощным шагом двигались к теплым океанам и хотели разрешать споры экономической конкуренции. Николай II ищет мира в созыве международной конференции. Голос его не был услышан. А России нужны были несколько десятилетий мира, чтобы укрепиться и приготовиться к схватке. Наша внутренняя политика оставалась консервативной. Государь Николай II восходит на престол с речью. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель. Промышленный взлет конца 19 века преобразил многие области. Бакинский регион, регионы Москвы, Петербурга, города Балтики, Украины, порты Причерноморья, угольная, нефтяная, металлургическая, железнодорожная отрасли на подъеме, военная составляющая в экономике 5%. Но этого было мало. Перевооружение шло очень медленно. Русская армия уступала своим вероятным противникам по артиллерии, скорострельному оружию, средствам связи. Недостаток патронов исчислялся в половину нормы. Главной силой в предвидении войны с Германией Россия держала у западных границ. До конца 19 века оборона восточных границ была символической. Казалось, в этом не было нужды. В 1890 году цесаревич Николай, выполняя волю своего отца Александра III, отправился во Владивосток через Японию. Визит русского принца вызвал тревогу среди японцев. Правители островной страны имели свои исторические, далеко идущие планы на овладение всем Дальним Востоком. Поколения простых японцев воспитывались в ненависти к России. В стране прошли демонстрации, прозвучали протесты.
На улице города Ацу Николая ударил по голове мечом полицейский, фанатик-самурай. Скользящий удар клинка пришелся по правой стороне головы, покрытой шляпой. Ранение цесаревич перенес на ногах. Японцы, лично император, извинились. Поблагодарив спасителя, Николай отбывает во Владивосток начинать строительство железной дороги, главной цели своей поездки. Освоение Сибири, Приморья, соперничество с Европой вынуждало Россию прежде всего создавать широкую сеть железных дорог. Выпуск русских паровозов и вагонов был налажен к концу века. Чугунка становится удобным средством транспорта. Москва, Петербург, Украина, Кавказ уже освоены. А дороги на Дальний Восток, кроме морского пути, не было. Это больно било по нашим интересам во всей Азии. 17 марта 1891 года Александр III подписал рескрипт о строительстве Транссибирской магистрали. Первую тачку земли в полотно высыпал наследник цесаревич Николай Александрович. Он же возглавил комитет по строительству. Сооружение этой дороги добивались Сергей Витте и Петр Столыпин. Строительство началось на участке от Владивостока до Хабаровска. Через 10 лет дорога была дотянута до Москвы. Приморье и центр были соединены. Строительство проходило в очень сложных условиях. Тяжелый ручной труд, суровый сибирский климат, плохое питание. Люди сгорали за год, а в год прокладывалось около 700 километров пути. Одна из главных трудностей на трассе – бесчисленные реки и скальные участки. Те мосты и тоннели и сейчас в строю. На пути магистрали лежал Байкал. Здесь работал паром, затем открылась Кругобайкальская дорога. Одна из труднейших в строительстве. Скалистые горы, непроходимая тайга. Изыскательские бригады месяцами блуждали в поисках удобного рельефа для укладки пути. В 1896 году Россия и Китай заключили секретный договор о военном союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги. КВЖД открывала широкие возможности для русского капитала в Китае. Через 2 года России в аренду взят Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур. Началось строительство порта Дальний. В это же время значительно усиливается Япония. Мы мешали им господствовать на материке после их победы над Китаем. Они возненавидели нас за это жестоко. Из донесения русского посланника: войны с нами жаждет весь японский народ. Пожертвования текут со всех сторон. Принесено столько жертв, что война неизбежна. Поощряет эту самурайскую агрессивность через кредиты, военные поставки и дипломатическую поддержку Англия, США, Германия. На одном из приемов в Токио к русскому офицеру подошел японский майор и сказал: «Вот, барон, сейчас я пью за ваше здоровье, но скоро, очень скоро уже не буду пить за него, а буду рубить вас». И рука его опустилась на эфес сабли. Дело шло к открытому столкновению. Русское правительство перед близкой угрозой пошло на переговоры с Японией. Японцы жестко потребовали: русские уходят из Кореи и Южной Маньчжурии,
а взамен получают контроль над Квантунским районом и железными дорогами. Россия к войне не готова. Нужно было уступать. В конфликте сильно заинтересована Германия, желавшая, чтобы Россия увязла в войне где-то далеко от Европы. В Берлине, как и в других европейских столицах, не хотели видеть рядом сильную Россию. В те годы нас было 130 миллионов, горожан 10 миллионов, хлебом кормили пол Европы, армия самая большая в мире, флот третий по числу боевых кораблей. Вот почему государь-император заявил: войны не будет, потому что я ее не хочу. Но войны хотели многие, и даже внутри самой России. Это частный капитал, не желавший терять прибыли от лесозаготовок в Маньчжурии. В правительстве министр внутренних дел Плеви был откровеннее всех, сказав: чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Японцы стремятся нанести упреждающий удар. Предъявляют ультиматум, требуя вывода русских войск из Южной Маньчжурии. Царское правительство затягивает переговоры. Надеется, что Япония все же не решится на войну. 21 января русский ответ с уступками был отправлен в Токио правительственной телеграммой, но намеренно задержан в Нагасаки. Зная об уступках, японцы все равно рвут дипломатические отношения. Уже в ночь на 23 января японским императорам отдается приказ о высадке войск в Корее и об атаке русской эскадры в Порт-Артуре. 26 января японские миноносцы Соединенного флота адмирала Того атаковали русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Выведены из строя броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич», крейсер «Паллада». Русская эскадра ответным огнем повредила два миноносца противника. Японцы отступили. Поврежденные броненосцы были самыми современными и сильными в составе русской эскадры. Чемульпо, японцы блокировали крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Русским предложили сдаться. Командир «Варяга», капитан первого ранга Руднев, решил прорываться. В бою «Варяг» повредил три японских крейсера, потопил миноносец. На «Варяге» много убитых и раненых. Артиллерия разбита. Принимается решение взорвать «Кореец», затопить «Варяг». И стал наш бесстрашный гордый «Варяг» подобен кромешному аду. Потери кораблей в Порт-Артуре и Чемульпо оказали большое влияние на ход войны. Японцы получили возможность свободно перевозить войска на материк.
Известие о начале войны Николай II получил в тот же день. «Господь да будет нам в помощь», — записал он в дневнике. Наутро о войне узнала вся страна. В газетах опубликован царский манифест. Была объявлена частичная мобилизация. Патриотический подъем первых дней войны вылился в манифестации. Из дневника Николая II. Большая толпа подошла к Зимнему и начала петь гимн. Пошли и кланялись им из окна. А вот яркий образец любви к Отечеству того времени. Знаменитая певица Вяльцева выехала в действующую армию, поступила в лазарет простой сестрой милосердия, а сама была тяжело больна. 3 февраля Николай принял с докладом Куропаткина и назначил его главнокомандующим маньчжурской армии. Куропаткин Алексей Николаевич, генерал от инфантерии, участвовал в завоевании Средней Азии, дважды ранен, был начальником штаба при генерале Скобелеве, грамотный работоспособный штабист, дослужился до военного министра. Куропаткин представил царю свой план ведения войны, сейчас, можно сказать, нереальный. Но все же были люди в русской армии, мыслящие нерутинно, ценящие науку и прогнозирование. Яркий тому пример – адмирал Макаров. Макаров Степан Осипович, вице-адмирал, ученый, руководитель двух кругосветных плаваний, создатель ледокола. Ранее уже командовал дальневосточной эскадрой. Неоднократно указывал правительству на слабость нашей обороны на Дальнем Востоке и неизбежность войны с Японией. 24 февраля, получив назначение, Макаров прибыл в Порт-Артур. Один из офицеров вспоминал. Он буквально переродил всех, сообщив артурцам несокрушимую веру в русское дело. На море произошел ряд лихих дел. Наши моряки сражались с отчаянно храбрыми японскими брандерами. Нападения их с целью закупорить рейд были отбиты. С прибытием Макарова эскадру нельзя было узнать. На суше вырастали форты, усиливалась крепостная артиллерия. Действиями эскадры Макаров так и не позволил японцам высадить армию на материке. Но командовать Макарову суждено было недолго. 31 марта он вышел с эскадрой в море на броненосце «Петропавловск». На внешнем рейде корабль подорвался на японских минах и затонул. Погиб почти весь экипаж. Адмирал Макаров и художник Верещагин. Гибель адмирала Макарова – тяжелейшая из потерь той несчастной войны. Так бывает иногда, что один инициативный командующий способен переломить ход всей кампании. Но не пришлось. Новым командующим флотом Тихого океана был назначен адмирал Скрытов. Война набирала обороты. Избегая мобилизации всеобщей, объявили частичную, по округам. В строй попали запасные старших сроков. Обремененные семьями, эти люди вовсе не рвались на войну. А проехав 7000 верст на Дальний Восток, после первого же перехода сваливались. Они заполняли этапы, госпиталя, через 2 месяца эвакуировались обратно в Россию. Лишь в сентябре 1904 года, во время одного из смотров, Николай II освободил от службы запасных старших сроков. Государь лично объезжал войска с напутствием. По воспоминаниям начальника канцелярии императорского двора Масалова, речи царя к войскам были весьма удачные, и особенно говорившие с экспромтом производили сильное впечатление. После смотра государь жаловал военным, имеющим ордена, по 5 рублей, имеющим шевроны по 3 рубля, всем прочим по 50 копеек.
Затем дорога. Долгая, медленная, бесконечные остановки. В европейской России люди провожают добром. Выносят солдатам яйца, хлеб, молоко, табак. В Азии все значительно хуже. Население редкое, тяжелый климат, в вагонах болезни. От вагонной тряски солдат мутит, шатает. Но ехать по железной дороге осталось недолго. Последние переходы пешие. Сначала дорога идет по тракту. Здесь построены станции с бараками. Наконец и бараки исчезают, их сменяют палатки. Солдаты валятся с ног. Бесконечные переходы с небольшими остановками вновь и вновь. Это и есть война. Пока солдаты добирались на войну, там уже шло противостояние между высшими чинами, адмиралом Алексеевым и генералом Куропаткиным. Один из парадоксов этой войны, отмечал современник, состоял в том, что чем выше были военные части и чины, тем они были хуже. Солдаты были в среднем нисколько не хуже японских, скорее лучше. Низшие офицеры нисколько не уступали японским. Небольшой русский отряд всегда бил японский отряд. Русская рота всегда гнала японскую роту. Батальон успешно дрался с батальоном. Полк еще не уступал полку. Но уже с бригады начинался перелом. Японцы брали верх. Русская дивизия уже пугалась японской дивизии. Корпус наш колебался перед японским корпусом. Так проявлялось малодушие военачальников и противоречие в руководстве войной. Да еще перевозка русских войск шла очень медленно. А Япония оперативно переправляет на континент 3 армии. К осени сверхосторожность Куропаткина привела к тому, что были проиграны сражения в Ваффенгоу и под Ляуляном. Это вызвало раздражение в Петербурге. И тогда командованием было намечено наступление у реки Шахе. Оно велось вяло, нерешительно. Давили робость военной мысли, груз обстоятельств. Атаки русских войск встретили решительное сопротивление японцев. Завязались встречные жестокие бои. Русские войска оттеснены за реку Шахе. Противостояние приняло позиционный характер. Это было и самое рядовое, и самое показательное сражение в войне. Одно из самых драматических событий войны – оборона Порт-Артура. Крепость была укреплена и вооружена недостаточно. Форты не закончены. Артиллерия против современных броненосцев слаба. Снарядов и личного состава был некомплект. На просьбу об усилении главный штаб отвечал, что судьба войны будет решаться в поле, а не на крепостных укреплениях, и что один обороняющийся соответствует 4 атакующим. Командовал обороной генерал Стессель. Порт Артура осадила армия генерала Ноги. Генерал Ноги, потомок древней самурайской фамилии. Во время одного из штурмов Порт-Артура погибли 2 его сына. Верный солдат и слуга своего императора, после смерти которого он сделал себе харакири. Современник вспоминает. Первые дни японцы наступали густыми колоннами, думая массой задавить защитников крепости. Строгая дисциплина, суровый военный закон приводили к тому, что японские батальоны, неся невероятные потери, все же доходили до цели своих атак в составе нескольких человек и схватывались с нашими в штыки. Все штурмы города были отбиты. Эскадра оказывала всю возможную помощь армии. Корабли несколько раз прорывали блокаду японцев для обстрела позиций противника. В конце июля под давлением Петербурга командир эскадры контр-адмирал Випкефт известил флот. Государь-император повелел идти во Владивосток.
Во второй раз корабли эскадры пошли на прорыв. Он не удался. В бою адмирал Витгефт на флагмане «Цесаревич» был убит. Погибли офицеры штаба. Управление эскадрой расстроилось. 7 кораблей прорвались в нейтральные порты, 10 вернулись в порт Артур. Последним штурмом японцы овладели высотами над городом. Началась агония крепости. Остатки эскадры уничтожены в бухте. Баян, Полтава, Ретвизан, Пересвет, Победа. А броненосец Севастополь под командованием Эссена вышел на внешний рейд, вступил в бой с японцами и погиб в бою. В крепости лазареты переполнены ранеными. Продовольствия не хватало. Ели конину. Началась цинга. Павших хоронили торжественно. Пели со святыми упокой. При возглашении вечной памяти становились на колени и плакали. Панихиды шли круглосуточно. Как будто крепость отпевали. Силы обороняющихся таяли, но армия все еще была способна оказывать сопротивление. В декабре в окопах от взрыва снаряда погиб организатор обороны Порт-Артура, генерал Кондратенко. Роман Исидорович Кондратенко, генерал-лейтенант, сын кавказского солдата, военный инженер, сапер, строил крепость Батум, участвовал в китайском походе, глава сухопутной обороны Порт-Артура. 20 декабря 1904 года генерал Стессель подписал акт о капитуляции гарнизона Порт-Артура. Эта весть потрясла защитников крепости. Пропитанная своей кровью земля стала родной. Простые герои. Мы и имен-то их никогда не узнаем. Оборона Порт-Артура сковывала крупные силы противника. Потери японцев здесь составили 110 тысяч человек. Теперь освободившиеся войска были брошены против русской армии в Маньчжурии. Николай, получив известие о сдаче Порт-Артура, записал в дневнике. Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось. Пришла беда, отворяй ворота. С начала века в стране экономический спад, забастовки, демонстрации. Требовали политических свобод. Начались крестьянские бунты, политические убийства. После сдачи Порт-Артура участились волнения запасников, чего ранее вообще не наблюдалось. 9 января в Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Шествие было расстреляно. В России начиналась революция. А война внешняя продолжалась. Воинские эшелоны шли и шли на восток. К августу 1905 года численность русских войск на Дальнем Востоке достигает 1 миллиона человек. Куропаткин, сменивший Алексеева на посту главнокомандующего, решил выжидать до прибытия подкрепления из России. Пошли слухи, что Куропаткин заболел. Алексей Николаевич обеспокоенным лицам отписал, что утром осматривает позиции войска, потом завтракает, потом совершает прогулку, потом обедает. Может быть, искал возможность переломить катастрофический ход событий? Японцы после взятия Порт-Артура собрали все свои армии против главных русских сил у города Мукдена. Участники войны ломали головы над происходящим.
Нет ли у Куропаткина в голове какой-нибудь хитрой диверсии? Надо допустить одно из двух. Или творится с нашей стороны гомерическая глупость, или наоборот. Но все мы в Куропаткине видели человека, который глупости не сделает. А сами? Сами мечтаем иногда о таком шахматном ходе с нашей стороны. Балтийская эскадра идет прямо в Японию для десанта. Тогда мат. Но мат, как оказалось, готовили японцы. Японцы прорвали фронт восточнее Мукдена. Создалась угроза окружения. Началось отступление. В панике солдаты оставляли позиции, мешаясь с обозом. Очевидец рассказывает. В верстах 10 от Мукдена мы шли в массе обозов. Вдруг по обозам японцы стали стрелять из пушек. Начали падать снаряды. Что тут произошло, боже мой? Друг на друга лезть стали. Потом ружейная пальба поднялась, и скоро лошадь моя была убита. Тележка перевернулась. Наши обозные все ускакали. Я побежал вперед, чтобы догнать своего офицера, доложить. Но не смог, ведь я пешком. В панике многие солдаты бросили пушки, ящики, повозки и путешествуют сейчас верхами, на лошадях в хомутах или пешком и служат предметом насмешек. Сражатели, воители, несется в их адрес. Эх вы, такие-сякие, куда пушки-то девали? Да казенное господское добро. Очевидец говорит. Приехал офицер из квартиры генерала Куропаткина и сообщил, что хотя войска наши отбили все атаки японцев, главнокомандующий решил отступить, считая, что армия наша после страшного 10-дневного боя сейчас перейти в наступление не может. В 4 часа дня узнали, что Мукден сегодня нами без боя оставлен. Опять отступать. Опять после стольких жертв ушла надежда на скорое окончание войны. Потери японцев под Мукденом были невосполнимы. Их мобилизационные возможности исчерпаны. Состояние русских войск было не лучшим. Очевидец описывает финал битвы. Солдаты осатанели от страха. А с дрожью в теле, с ужасом и отчаянием в лицах, они, друг друга нервируя, рассказывали о чудовищной силе и ловкости японцев, которые осыпали нас снарядами. Направляли на нас какие-то ослепительные огни, искусно обходили нас, предупреждая наш каждый против них замысел, морочили нас разными командными окриками на русском языке. И много было придумано еще подобного. Наше руководство вновь не сумело использовать благоприятные обстоятельства. Действительно, как вслепую воевали, как запуганные. Вместо наращивания наступательных усилий ушли на Сыпингайские оборонительные линии, где и оставались до конца войны. Куропаткина заменили на Линевича, и активные действия на суше прекратились. Надеждами на перелом в войне на Дальний Восток была отправлена 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского. Провожал эскадру сам император. Начал с броненосца «Орел».
говорит очевидец. Здорово, молодцы, негромко обратился Николай к тысячному строю. Здравия желаем, ваше императорское величество, нестройно ответили матросские глотки. Надеюсь, братцы, вы поддержите славу русского флота и отмстите дерзкому врагу, который нарушил спокойствие нашей матушки России. Желаю вам победоносного похода и благополучного возвращения. Выполнив весь ритуал, Николай отправился на берег. Жребий был брошен. В Северном море по ошибке были обстреляны английские рыбаки. Их сюда приняли за вражеские миноносцы. В Англии это вызвало общественное возмущение. Конфликт удалось уладить. Адмирал Рождественский низко оценивал силы эскадры. Дважды ставил перед царем вопрос о целесообразности продолжения похода. Но император приказывал идти вперед. Зиновий Петрович Рождественский, выходец из семьи военного врача, участник русско-турецкой войны, морской артиллерист. Командуя крейсером, совершил плавание в Японию. Начальник главного морского штаба. Волевой, властный. Японский флот ожидал русскую эскадру в Корейском проливе. Он был в 3 раза больше русского. На стороне японцев также боевой опыт и высокий боевой дух. Плана боя у адмирала Рождественского не было. Была задача – прорваться во Владивосток. Русские моряки понимали свою обреченность, выбора не было. Только сражаться и умереть с честью. Сражение началось в полдень 14 мая. Длилось весь день и ночь. Первые же минуты показали преимущество японцев в качестве стрельбы и их снарядов фугасного действия против русских, бронебойных. Японцы поставили на силу взрывчатого вещества в снарядах и выиграли. Русские корабли гибли от этого сосредоточенного артиллерийского огня. Ночью в дело вступили их миноносцы. Экипажи русских кораблей, несмотря на отсутствие опыта, навыков стрельбы, сражались мужественно до последней возможности. Крейсер Дмитрий Донской под командованием капитана первого ранга Лебедева в одиночестве вел бой против 6 японских крейсеров. Командир смертельно ранен, вся артиллерия разбита. Половина команды выбыла из строя. Но корабль японцам не сдали, а затопили его. Этим боем завершилось Цусимское сражение. Да, личного мужества у нас всегда не стать занимать. Им часто возмещались глубокие просчеты руководства. И потому вдвойне. Вечная слава и память героя. К утру русская эскадра, как организованная сила, перестала существовать. Адмирал Небогатов, возглавивший эскадру после ранения Рождественского, с 4 броненосцами сдался, окруженный японским флотом. Сдался на миноносце Бедовый и раненый адмирал Рождественский. В Цусимском сражении погибло 5045 русских моряков. Потоплен 21 русский корабль. У японцев погибло 117 человек. Весть о разгроме русской эскадры у острова Цусима вызвало изумление в мире. От этой вести Русь пошатнулась. О, Русь, забудь былую славу. Орел двуглавый побежден. И желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен.
Тусимская трагедия надломила страну. Усталость, тяжесть и обозление, стыд, смута, бунты на флоте, аграрные беспорядки, забастовки в городах. Госсовет, Николай II принимают решение начать с Японии мирные переговоры. Главой делегации назначен премьер-министр Сергей Юльевич Витте. Посредниками выступили Соединенные Штаты Америки. Переговоры начались в американском городе Портсмут. Витте вспоминал. Нас встретили несколько пароходов с корреспондентами различных газет. Я им высказал радость по случаю нашего приезда и мою симпатию к прессе. Постоянно, в особенности дамы, подходили ко мне и просили меня снять на карточку. Я держал себя так, как будто с Россией приключилось в Маньчжуре небольшое несчастье. И только. Японскую сторону возглавлял барон Камура. Дипломатический торг продолжался 2 недели. 23 августа 1905 года состоялось подписание мирного договора. Россия потеряла Южный Сахалин и выплатила Японии компенсацию за содержание русских военнопленных. Япония получила арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним и Южно-Маньчжурскую железную дорогу. Витте оценил договор как благопристойный, а русская общественность как предательский. Некоторые пункты договора не были согласованы с императорским двором. Витте даже предлагали публично повесить. Японский император в обращении к своему народу говорил: «Войска перенесли всякого рода лишения во время военного похода в чужой стране и достигли блестящих успехов. После 20 месяцев войны положение империи упрочилось, а интересы государства обеспечены. Этим договором мы обеспечили мир и славу. Мы счастливы завещать плоды этих великих дел нашим потомкам». Не все здесь правда, но это дело японцев. А как было у нас? Вера в непобедимость русского оружия была жестоким образом обманута. Горечь поражения усиливалась тем, что его потерпели от маленькой азиатской страны. Русская армия узнала откровенный позор. Непрофессионализм, малодушие военачальников. Чувство глубокое и строгое высказал тогда 14-летний Сергей Трубецкой. Очень тяжело переживалась сдача Порт-Артура и эскадры адмирала Небогатого. Душевные раны от военных поражений в конце концов затягиваются и заживают. Память о геройстве и позоре навсегда остается живой. Она возвышает душу и невыносимо жжет ее. Участник войны врач Кравков говорит: «Ничему нас не учит история. Все ошибки прежних войн мы повторяем с большой точностью». Поневоле вспоминается 1812 год, когда пришлось в конце концов спасать армию от Наполеона, на которого двинулись в разброд. Потребовался Кутузов. То же самое и теперь. Все напоминает милую старинушку. Интрига, несогласие среди начальников, назначаемых не по достоинству, а по протекции. Командный хаос невероятный. Последняя надежда на старую серую скотинку, все терпящего солдата, и та изменяла. А это хуже всего. В
Война закончена. Она отняла у народов обоих стран убитыми. У России 50 тысяч, у Японии 86 тысяч солдат. Главной цели – устранение России с Дальнего Востока ее недруги так и не добились. Не добились благодаря стойкости, мужеству и терпению русского солдата, матроса, строевых офицеров. Россия, пролив кровь, лишь еще прочнее укоренилась в земле Приморья. И потому эта война была для нас по большому счету не позорна, не унизительна, а глубоко несчастна. 20 век, который с полным правом можно назвать кровавым, перевернул свою первую военную страницу. Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сто лет уже той войне. Спокойные воды Желтого моря. Бесстрастные рыбаки, беспечные туристы на берегах его. Тихие закаты и ясные дни. А воды в своей глубине помнят. Здесь когда-то сражались и гибли моряки. Моряки разных народов. При жизни многое разделяло их, но воды объединили навсегда. Это китайский город Далянь. Город с историей поучительной, яркой, с особенностями культуры русской и японской. Его заложили как наш порт Дальний, рядом с порт Артуром. Россия сражалась за них с Японией, но они все равно остались китайскими. Но своим бытием этот город обязан России, построившей железную дорогу к теплому морю. Заглядывая внутрь времен, начинаешь задумываться о том, что в истории бывает много жестокого, много такого, чего можно бы и следовало бы избежать. Но напрасного, случайного в истории не бывает никогда.